И я заспавнился в локации сувенирного магазина и увидел какую-то красивую бабу, которая листала книжку. Я подошел к ней и сказал, что я люблю ее. Точнее, написал, потому что я не умею говорить. Но она посмотрела на меня и послала меня нахуй. После чего я смирился с этим и пошел на улицу сменить локацию. Сейчас мои глаза упали на двух долбоебов, которые сидели на скамейке. Желтый клоун слева начал вдруг играть на гитаре, чтобы заинтересовать ту фиолетовую бабу справа. Он все играл, играл и играл, непонятно чего ожидая. Как вдруг эта женщина посмотрела на него так, что вокруг ее глаз появились звездочки. И вдруг они поцеловались и покинули эту локацию. И тогда я понял, что делать. Нужно просто использовать ту же тактику. Я вернулся в магазин и подошел к той бабе. Она продолжила читать свою книжку, непонятно нафига. И тут я начал играть на гитаре, надеясь ошеломить ее, потому что я играл, 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 прям как бог. Но почему-то ей не понравилось, она нахмурилась, но я все еще играл, 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 играл. Я думал, ей понравится, но она снова послала меня нахуй. И я такой: не-не-не-не-не, подруга, так не годится. Я начал дарить ей разные подарки. Цветы, конфеты, торт, вкусняшки, игрушки, мороженое, футболки, тапки, цветы. Даже предложил выйти замуж. Да, но она почему-то отказала. Почему? Блин, теперь я грустный. Я снова сменил локацию, но у меня больше не было надежды. Как вдруг я заметил, что приехал какой-то черный пернатый негр. Он посмотрел на сувенирный магазин и решил войти. Я смотрел и наблюдал. Это одно и то же, но не важно. А ведь тогда я еще не знал, что он пытается ее грабануть. Я был снаружи, а она там страдала внутри. Я услышал какие-то звуки, и мне стало не пофиг. Он начал ее грабить, грабить. Бедная баба эта белая, я не знаю даже, как ее зовут. Как вдруг я вошел в магазин. Он так на меня странно посмотрел и вылетел, как будто он такой весь крутой, даже добавился клювом о пол. Но тут я начал показывать свое карате, свой паркур, какой я весь из себя охуенный. И смотрите, я даже ударился головой о пол. Ну смотрите, я, блядь, такой крутой весь из себя, смотрите, я каратист. Я перепрыгнул через этого птенчика и хотел его намолять. Он посмотрел на меня и смылся, потому что он долбоёб. Еле что я его смотрел, гордился собой, потому что я крутой. Как вдруг я заметил, что этой бабе стало на меня не пофиг. Видимо, она любит сильных пацанов. И тут мы наконец поцеловались. О да, это круто.